Лучший металлург Восточно-Казахстанской области в 31 год. Это о Сергее Панасюке из Усть-Каменогорска, обжигальщика цинкового завода в регионе. Признали лучшим специалистом отрасли и наставником молодежи. Помимо производственных задач, Сергей помогает коллегам изучать и казахский язык. Он владеет им в совершенстве. Историю человека труда узнавал Вячеслав Ветлугин. Четко и лаконично дает интервью на государственном языке металлург Сергей Панасюк. Русский по национальности, казах в душе. В его семье говорят исключительно на казахском. Это заслуга отца в первую очередь, потому что он обучал нас. Это дает более свободно общаться с людьми и в каких-нибудь, допустим, ситуациях разрешить вопросы многие, проще намного. Работника горячего цеха Панасюка называют наставником на производстве. Он подтягивает коллег технически и лингвистически. Уроки языка Сергей всегда проводит оригинально и с огоньком. Помню, с парнями, в шутку, слово самое длинное изучали. Все в основном выговорили. Не с первого раза, конечно, но получилось. Произношению даже самых сложных слов Сергей обучит в совершенстве. Такой он человек, целеустремленный и с очень серьезным подходом к любому делу, характеризуют его напарники. Готов оказать всем любую помощь всегда, если к нему обращаются, никогда не откажет в помощи. Передает свой богатейший опыт на производстве, является лидером в смене, также пользуется уважением всего цеха. Уважение как в стенах цеха, так и в масштабах промышленного региона добился Сергей Панасюк. Накануне он победил в областном конкурсе и был признан лучшим молодым профессионалом региона. Звание престижное, как и конкуренция среди сильнейших производственников. Ведь больше 20 тысяч восточно-казахстанцев сегодня трудятся в горно-металлургическом комплексе. Вячеслав Ветлугин, Ижигер Бабаканов, Усть-Каменогорск, 24 KZ.